Сегодня у меня мукбанг. Я сейчас только с пылу с жару сделала борщик себе. Такой ростовский. Ой, я так есть хочу. Прям слюнки текут. Вот. На свинине купила лопаточку, ходила за ребрами, ребер нету. Вот. Ладно. Так, у меня борщик со свининкой, сметанка домашняя. Вот. Хлебушек порезала с лучком. И на десертик у меня арбузик. И пью вот сок. Такую какую-то мензурку нашла. Вот. Сейчас. Домашняя сметана, ребят, смотрите, какая. О, масло. Масло. Вот. Такой я себе борщик забабацала. Так захотела. Ну, не борщик, он здесь ростовский. Ну, как щи, так вот получается, наверное. Ну, он больше на борщик смахивает. Ой, такой вкусный, ребят. Такой прям. Ой. Я ж умею делать. Со сметаночки домашней. Боже. Это божественно. Горячий еще. Вкусный. Молодая картошечка. Молодая капусточка. Помидоры. Здесь томата пасты нету. Здесь только помидоры пережаренные. Болгарский перец. Болгарский перец. И лук. Морковку не добавляю. Сладкий получится. Боже, как вкусно. Хлеб бородинский. Обалденный. Я очень люблю. И вот если я готовлю, меня его все любят такое вот. Кушать. Целый укроп нарезала. Петрушки. Ой, укропа. Лучок, ребят. Молодой этого года уже. Такой сладенький. Иммунитет. Обалденный. Или я такая голодная. Или такой вкусный. Это кайф. Мясо надо. Мясо хотела на кости купить. Хотела на кости мясо купить. Ну, так я уже видела, мы видео. Как я ребра попала. Не важно. Сказали, после обеда принесут. Ну, что я буду ждать после обеда, если я уже сделаю, сварю. Сначала не буду показывать. Думала, мукбанг. Но! Я купила штатив, купила камеру и решила попробовать, как это будет мне на новом штативе. Нормально. Ой, свининочка такая мягкая. Горячая. Очень вкусно. Ой, как я люблю щи борщи. Такой ростовский борщ. Очень вкусно с уткой домашней делать. Вообще обалденно. Ой, же как вкусно. Я, наверное, правда давно не ела борщ. На море ездили.
в ресторан ходили. Все на какие-то шаверны, мамерны. О, натуральная еда. Будет. Это что-то. Я готова. Все, побольше болгарского перца. Мясо я не вытаскиваю, вот кусочками так порезала. Ну, туда сварилось. Ну, варится еще, ну, еще не до конца. Потому что же еще в этом же бульоне, в этом, с этим же мясом, там и картошка, капуста, пережарку сделала. А пережарка побольше помидор, побольше болгарского перца. Пережарку я не жалею. Хорошую такую лучину добавила, целую перчину. Штуки три помидора они дают. 3-4 помидора. И вот они дают вкус именно вот этого вот больше. Под конец укроп много. Вот тоже помидорки сегодня купила. Так что вот так. Готовьте. Сейчас весна. Ой, весна, лето. Всего навалом. Бабульки стоят. Травы, разнообразие травы. Базилик и мята разных сортов. И лимонная, и мелисса. И эти... Ну, все у бабулек. Прошла. За мясом варила. И цветы, кабачки. Кабачки, ребят, такие хорошие, домашние. Вот такой, ну, средний. Не старый, молодой. Я так иногда шкурочку на чем-то такая. По 20 рублей штука, не килограмм, а штука. Огурцы по 30 рублей бабульки торгуют. Как вкусно. Ох, какие еще борщи. Да еще домашняя сметанка. Вы, ребят. Вот. Мне было очень вкусно. Очень-очень. Ну, будем арбузик кушать. Десертик. Уже от арбуза остатки. Я его покупала. Вчера. Я бы сладкий-сладкий. Ну, я как, у меня сын не ест. Я одна, я купила пол арбуза. Угу. Сладкий, сахарный. Какой вкусный обедик. Кусок не напить. Там девочка. Я не считаю, что это жирная еда. Два кусочка мяса постного, свинина. А мне это жирка. Ну и что? Сейчас у нас такое время, надо витамины есть. Домашняя сметанка, ложка. Все это я расщепила. Все жиры с арбузиком. Угу. И вот. Ничего нигде не отложится. Очень вкусно и полезно. Ну, еще один кусочек. И я наелась. А еще я люблю арбуз. Так как я родилась в Ростове, видите, я же говорила, у меня третья группа крови, я бродяга. У меня там живут родственники.
Они мне научили кушать арбуз с сладкой булкой. Это очень вкусно. Кому говорю, никто не верит мне. Но мне это очень нравится. С сладкой булкой прикуску. Некоторые же кушают булочку с лимонадом. Помните, как раньше в школе? Или где-то там на природе. Или с соком булочку. А арбуз там больше процентов сока. И очень даже прикольно так кушать. Попробуйте. Не пожалеете. Угу. Ну все, ребят. Спасибо, что вы меня посмотрели, покушали вместе со мной. Готовьте такой борщик ростовский. Очень вкусно, очень хорошо, очень аппетитно. Все, с вами была я, Елена Березкина. Ребят, подписывайтесь на мой канал, дальше будет много чего интересного. Я теперь буду лопать каждый день. Все, пока-пока. Всем пока-пока. Ля-ля-ля, 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 ля-ля-ля.